Наша тема лекции, как вы можете видеть, арт и технологии в гэмблинг-индустрии. То есть мы там специально выделили зелененьким арт и гэмблинг. Об этом, собственно, мы будем рассказывать. Вопросик, кто художники в этом зале? Можете поднять руки? Художники. Круто. Отлично. Значит, это актуальная будет лекция. Собственно, лекция для художников, в большей степени для начинающих художников, но не только, потому что это будет, я думаю, интересная информация и для тех, кто уже давно в отрасли. Кто-то не знает, куда себя направить, кто-то уже знает, куда себя направить и хочет развиваться дальше. Вот об этом мы попробуем рассказать. Здесь вы видите художника и видите вот деньги. Собственно, художники тоже не бесплатно работают. Но не об этом пойдет речь. Речь пойдет о том, ну, игроки наши, да, они играют за деньги. То есть их основная, как бы интерес в слотах выиграть деньги, да. Но без хорошего арта это не производит такого эксайтмента. Поэтому художник очень важен в этой индустрии. Вот об этом, собственно, и речь. Да. Это про нас, значит, спикеры. Да, я Вадим Брикуля, арт-лид в компании NetEnt. Как сказали, уже где-то 15 лет или что-то типа того в гейм-индустрии. Когда-то давно я начал рисовать, рисовал, потом я увидел компьютер, я его возненавидел, там были Basic и Pascal. Да, потом я увидел, что на компьютере можно рисовать, стал рисовать, так я попал в CG, и вот в нем и залип. Максим? Да, я Максим, и я очень с детства такой прирожденный геймер, обожаю игры, но в какой-то момент я узнал, что делать игры так же весело, как в них играть. Вот и поэтому я сегодня здесь. Да, ну что, продолжим. Кто знает, что это за железячка такая на картинке? Кто? Это автомат по производству Кока-Колы? Нет? Да, это слот-машина. Вот так вот они выглядели когда-то очень давно. За рычажок дергаешь, там эти крутятся барабанчики, вишенки, семерочки. Сейчас тоже есть такие технологии, это называется Land-based casino. Только они более современные, конечно. Но мы делаем не совсем такие слоты. И слот ли это в современном мире, слот ли это в нашем видении? Нет. Вот. Поэтому мы хотим вам показать на примере ролика нашей компании, как выглядят те слоты, которые делаем мы. Это имиджевый ролик. Там вместо тысячи слов небольшое видео. Да, и как говорится, лучше тысячи слов. Вы видите, что художнику есть чем заняться в гэмблинг-индустрии, в разработке игр для гэмблинг-индустрии. И немножко про кухню. Как мы это делаем, Максим? Спасибо. Постараюсь очень быстро не грузить и в целом описать то, какой подход мы используем в создании игр для того, чтобы для вас это было, возможно, для кого-то открытием, что на слотах есть чем заниматься, и продакшн слотов не очень-то сильно отличается от АА-проектов, казуальных игр, и то, чем, возможно, большинство из вас здесь занимается. Все просто начинается с идеи для игры. Откуда берутся идеи? Мы очень внимательно относимся к нашим будущим игрокам, поэтому их ожидания являются самым главным фактором, да, вот выбора, то есть те тенденции, то, чего ждут игроки. Откуда мы это знаем? У нас есть большой отдел BI, Business Intelligent. Да, они изучают
те перспективы рынка, следят за игроками, чего они хотят. И эта вся информация нам помогает выпускать успешные проекты. Да, есть кое-какие секреты, о них чуть позже. Также немаловажно видение продюсера и его осведомленность в индустрии. Ну и, конечно, это гемблинг, и создавая гемблинг игры, фортуна и удача не последнее место занимает. Окей, появляется идея, самый главный документ, с которым работают все, вся команда. Тут очень важно сделать такое замечание, что в отличие от других компаний, в компании NetEnt не существует отдельных групп по компетенциям. У нас существуют команды, в которых работают и художники, и девелоперы, и QA, и писатели технические. И это все в рамках одной команды. То есть, когда начинается работа над проектом, люди из разных специализаций собираются вместе, и весь проект вот двигается. То есть это командная, абсолютно командная работа. И важно понимать работу художнику, работу девелопера, а девелоперу работу художника, тогда получается классная комбинация и классные штуки выходят. И самый главный документ, с которым мы работаем, это математика. Математика проекта — это геймплей. Казалось бы, слоты, что там такого, крутятся релы и происходит геймплей. Но нет, современные слоты, они достаточно претерпели изменений. Игроки, которые играли 20 лет назад, и игроки, которые играют сейчас, стали более требовательными ко всему. Поэтому приходится придумывать новые штуки. И если грамотно подходить к созданию арта, то без геймплейной математической документации никуда не получится сделать классный слот. Есть геймплей-документ, есть уникальные какие-то особенности в игре, какие-то бонусные штуки, фичи. После этого вся команда, как я говорил, из разных компетенций собирается на брейншторм. Мы очень много ищем. Поиск идей занимает большую часть разработки игры. И после этого рождается тема. Как происходит брейншторм? Есть геймплей, нужно выбрать тему. Сначала очень на высоком уровне, все что угодно, это может быть пираты, зомби, Египет, вишенки-семерочки. Все от классических тем до каких-то ультрамодных, актуальных. И во всем этом деле нам важно просто выбрать направление, в котором мы будем двигаться. После того, как мы выбрали там 2-3 направления, которые, на наш взгляд, актуальны, потому что вот скоро выйдет какой-то фильм, либо сериал про викингов сейчас популярный, возможно, стоит на эту тему тоже что-то разработать. Переходим на вторую часть брейншторма, когда мы тему начинаем изучать уже на более глубоком уровне. К примеру, выбрали пиратов и развиваем от классики поиск сокровищ до каких-то безумных комбинаций, когда у нас пираты-животные в космосе борются с космическим кракеном. Так появляется тема и подключаются разные отделы. Нарратив. Ребята, у нас в слотах есть нарратив. Не во всех, но практически. Мы к этому стремимся. Наши игроки любят нарратив. Казалось бы, 10 символов, 2 бэка, но так тоже можно рассказать историю. Визуал, арт — это то, о чем мы сегодня говорим. И очень важны звуки. Они важны как и в land-based казино, то есть те казино, которые в Вегасе, вот, вы зашли, там всегда много звуков, и эти звуки, они тоже правильные, но это тема отдельной лекции. Подходим мы к арту. Первый секрет нашей разработки арта для слотов заключается в том, что мы стараемся, чтобы все было логично. Если у нас тема про пиратов, есть символы, их 10 штук, они должны между собой гармонично сочетаться. Должна быть в этом логика. Второй секрет, об этом знают не все, но мы пришли к этому за 20-летнюю историю компании, к тому, что есть психология восприятия цвета игроком.
И восприятие таково: чем теплее цвет, тем больше ощущение стоимости и, соответственно, выигрыша. В слоты люди играют для того, чтобы выиграть. Поэтому мы разработали такую градацию цветов, которую используем во всех наших проектах. Чем цвет теплее, тем символ дороже. И когда во время спина размытые символы пролетают по экрану, игроки видят теплые цвета, у них уже начинается такое предвкушение победы. Ну и, конечно, наш арт должен отлично поддерживать фичи в игре, нарратив и делать игрока счастливым. Да, и, конечно же, мы начинаем с чего? Как обычно, как любой проект, как в гемблинг-индустрии, так в любой гейм-индустрии, с концепт-арта. Да? Художники у нас делают концепт-арт, и это занимает довольно-таки много времени, потому что он согласовывается с продюсером постоянно, и его очень много. Он может делаться чем угодно: карандашиком, ручечками, на планшете, на iPad, на чем угодно. Даже мы лепили как-то из пластилина всякие штучки. Вот. И тоже хотим вам показать видео немножко совсем из наших проектов концепт-арт. То есть мы вдохновляемся, это всегда поиск идей, это Pinterest и тому подобные сайты. Мы ищем, потом мы концептим, и мы получаем статический final art. Видео. Процесс довольно знакомый, поиск референсов, много-много-много скетчей, то есть не просто вишенки и семерки. В слотах художникам есть чем заниматься. Это совсем немножко, конечно, концепт арта, все не влезет в этот ролик, это было бы часов, наверное, на 150, я не знаю сколько. Дальше, когда мы имеем статический арт, да, с ним что-то надо делать, да, и тут нам, конечно же, помогают технологии. Технологии, да. И вот про технологии. Да. Бытует такое мнение, например, ну, скажем так, как видит моя бабушка, да, разработку слотов, вот, наверное, где-то вот так, вот там такие барабанчики, там такие вишенки нарисованы. Бабушка еще может вспомнить, как они с дедушкой вот там сорвали банк когда-то. Вот что-то типа такого. Как видит мамочка? Мамочка видит, конечно же, художница, девочка, выучилась, у нее есть кисточки, она умеет рисовать. Может быть такое тоже, но не полностью. И как это на самом деле? Ну вот где-то так. То есть да, есть технологии, есть определенные программные продукты, о них немножко дальше, но все изменилось за последнее время. Да, и дальше про технологии подробнее, Максим. Спасибо. Когда-то был флеш, если кто-то помнит, но его давно нет, поэтому нужно было искать альтернативы, мы ее нашли. Основная технология, которую мы используем, основной такой комбинация двух программ, это Spine и After Effects. Spine простой, Spine понятный, он отлично сочетается и работает с нашим движком, в нем можно делать персонажную анимацию, в нем есть меши, много чего интересного. Если чего-то Spine не умеет, то After Effects помогает добиться того результата, который мы ожидаем. При этом Spine, документы, которые готовит Spine, они весят мало, ну, если правильно их, конечно, оптимизировать. И для нас очень важно, чтобы игра, которую мы делаем, занимала как можно меньше места, потому что у нас игры, они в онлайне, у нас нет клиента, который бы скачивался, люди играют через браузеры, соответственно, трафик важен, при том, что мобильные версии игр наших, они сейчас стали более популярные,
выросла до 56% аудитория мобильных игр. Поэтому вес для нас критически важен. Сочетание Spine и AE дает нам крутые результаты. Опять же, вместо тысячи слов. Нашего арт-директора Антона Холодова, он рассказывал о том, как с помощью Spine, ну, это софт для 2D-графики, можно добиться эффекта такого псевдо-3D. Вот что-то подобное он показывал на прошлой конференции, и кому интересно, можете найти на YouTube Games Gathering 2017, Антон Холодов, Spine, 2.5, да. Ну, 3D, все любят 3D, без него никуда. И мы тоже любим 3D. Пока мы только-только, совсем по чуть-чуть начинаем использовать real-time 3D, WebGL и все эти штуки. Но в разработке арта 3D у нас прям, мы очень любим. Что касается софта, в компании абсолютная демократия, каждый работает в чем угодно, от динозавров Max Maya до ультрапрогрессивного блендера. И вот, наверное, обратили внимание в конце Unreal, мы не используем движок как игровой, но как рендер он потрясающий, позволяет нам добиваться быстрых результатов, если нам нужно сделать какой-то интро-ролик или еще что-то. Как я говорил, у нас в слотах есть сюжет, поэтому интро тоже есть. И небольшой ролик о том, как мы делаем 3D. Более продвинутая, сложная анимация персонажная. Но это все по-прежнему еще слоты. Мы очень серьезно относимся к тому, что мы делаем, и нам, для нас важно качество. Unreal, интроролик, потрясающая технология, кто не пробовал, попробуйте делать не игры, а что-то визуальное. Самая потрясающая часть, если вот вы обратили внимание, то что все ролики, которые были до этого, весь этот путь может прожить один художник. От скетчей до интро-роликов в 3D, синематиков. При том, что разные стили, абсолютно разные подходы, и это за достаточно короткий промежуток времени. Работая на больших проектах, художники зачастую перегорают, потому что когда ты третий год подряд саппортишь, либо делаешь один проект, пусть это будет большой проект, но ты работаешь в одном стиле, все одно и то же, и, возможно, ну, для кого-то это
нормально для кого-то, кто-то очень быстро устает. В чем прелесть художника на слотах, особенно начинающего? За короткий промежуток, год-полтора, попробовать себя как минимум в 3-4 проектах, а соответственно 3-4 разных стиля, мультяшный, реализм, разные техники, акварель, 3D, 2D. И получить скилл, не устать, и при этом увидеть, что очень важно, конечный результат, который не всегда увидишь, работая в больших проектах, не всегда увидишь в стартапах, которые по каким-то причинам не сложились, не вышли. В слотах все более предсказуемо. Сегодня начинается проект. Будьте уверены, через 3-4, максимум полгода вы увидите, как сотни тысяч игроков будут играть в эту игру. И, ну, это очень круто. Да, про технологии, пожалуй, достаточно. Я думаю, все понятно. Branded Games, да, у нас есть branded проекты. Очень часто от художников мы слышим, особенно тех, кто приходит к нам на собеседование, я хочу работать там для Trio Titles, прекрасное желание. У нас тоже есть branded games, в гемблинг-индустрии их очень много. Здесь мы показываем только те, которые были у нас в разработке. Кому что нравится, пожалуйста, кому-то Narcos, довольно-таки свеженький, Jumanji, South Park. Это у нас тоже есть. Поэтому здесь тоже не приходится скучать. И теперь, пожалуй, самая забавная часть нашей презентации — наши игроки. Да, мы делаем это все не для себя, мы не кладем это на полочку, мы не показываем это только своим друзьям, мы это делаем для игроков. И мы это делаем для того, чтобы вызвать у них эмоции. Безусловно, позитивные эмоции, мы не хотим вызывать у них негативные эмоции. И арт помогает вот именно вот при выигрыше, там, я не знаю, или при проигрыше даже, создать вот этот вот excitement. Мы сделали такую небольшую нарезочку с YouTube наших игроков. Я думаю, что тоже больше 1000 слов лучше. Да. Посмотрите на этих ребят. Ну, круто, да. Вчера мы этот арт... Yes. Everybody is going to Hotline, and it's... Да, вчера этот проект был у вас на полке в фотошопе открыт, а буквально короткий промежуток времени, и вы видите, как игроки играют, получают удовольствие. Nice. No, it's a full screen. Okay. Oh, that's massive. No, that's massive. That's massive. Oh, triple star! No way! We get the triple star on the stream! No! Are you kidding me? Yeah. But if we went to the semi, if we went to the final, that would be... You came third in 1992. Perfect! Oh! Oh, 3,100 euro! Oh, 2-1! Oh, this is gonna be... Oh. Scam slot! Yeah. Well, don't lose this one now. Oh, fuck. Don't lose this one now. Just keep getting those wards and it's... Oh, yes! Oh! Oh! Yo! Look at that! Look at that! Yo! Oh, herregud! Да. Да, ребята. Огромное спасибо за презентацию. Нина, ответи, пожалуйста. У нас теперь question session. Да, у нас есть приз, вот такой сюрприз. За самый прикольный вопрос. Добрый день. Вы говорили, что вы используете маленькие команды для каждого проекта, ну, я так понимаю, для одной игры. А какого размера команда? Это где-то 10 человек в среднем, плюс-минус. Одну игру делают?
Да, делают одну игру, это 2-3 художника, один из них арт-директор, это 2 девелопера-программиста, 2-3 QA, один менеджер, где-то так. Продукт-овнеры и математики находятся у нас в Стокгольме и на Мальте. В среднем вот где-то так вот. И команда делает от начала, то есть от идеи, брейнштормы совместные, концепты, скетчинги и до сертификации и выпуска проекта. Еще у нас есть серверисты и да. писатели. И АМы. У меня такой вопрос. Ну, продакшн – дело затратное, а потом еще лицензирование – это тоже время и деньги. Когда вы начинаете тестировать игры? Ну вот вы что-то делали, в какой момент вы, ну, тестируете ли вы вообще на игроках их? Конечно. Как это выглядит? Да, спасибо за вопрос. Мы работаем, наверное, нам стоило сказать вначале, кто не знает нашу компанию, мы делаем не социальные слоты, а слоты, в которые мы B2B компания, мы делаем софт для, у нас большое, очень много клиентов, у которых реальное казино. Все идет по-честному, на реальные деньги, поэтому для нас важно качество первое, и второе — пройти сертификацию, то, о чем вы говорили. Поэтому QA начинается вместе с проектом. Когда мы ищем идею, брейнштормим, QA вместе с нами брейнштормят. Что касается непосредственно их работы, тест-планы, тест-кейсы, все это заводится в Jira вместе с тем, пока мы рисуем скетчи. И на протяжении всего проекта тестирование идет. Плюс, помимо того, когда закончен проект, мы готовы отдавать его на сертификацию. Внешние лаборатории тоже все это тестируют. Для каждого рынка свои сроки, это может быть, если не ошибаюсь, от 2 недель до 2 месяцев, смотря куда. Допустим, в Нью-Джерси дольше, где-то там, в Скандинавии это будет быстрее. Да? Ну да, ну с самого начала нет. У нас внешнего тестирования на внешних пользователях нет. У нас свои, свои сервера, и мы как бы, ну, показывать людям продукт с багами — такая себе темка, поэтому мы стараемся все дополишить так, чтобы он в мир ушел уже без багов. Это реально. Да, в плане, да, в плане игрового, игроков, тестирования на игроках, либо, если это нужно, действительно, продюсеры желают, то собираются люди, которые не работали над проектом. Не супер, наверное, выборка, да, то есть люди все равно знакомы со слотами. И проводятся плей-сессии внутри компании. Ну, то есть это могут быть люди из других офисов, ну, из офисов компании. Ну да, мы используем iTracker, да, куда человек смотрит, вот это все тестирование проходит. Есть у нас еще отдельное свое подразделение, но, наверное, я о нем вряд ли подробно расскажу, там, где идет тестирование на игроках. Но да. Это тоже. Это больше как MVP, то есть не готовый продукт. То есть это больше как research идет. Ну и да, если будет вопрос, почему мы так делаем, это не просто так. Разработка игр и для художников, и для всех, она короткая. Ну, собрать слот — это достаточно быстро. Поэтому любая утечка информации до выхода игры, да, до того, что там, ну, за неделю до выхода об игре мы можем о ней уже рассказать миру. Раньше нет, потому что, ну, индустрия развивается, конкуренция слишком высока. Окей, ребят, спасибо. Скажите, пожалуйста, вопрос такой, по поводу брейншторма вы говорили. Какой состав вообще брейншторма у вас, и кто вообще принимает решение в конце, ставит точку? Супер, спасибо. Брейншторм, он открыт для всех, вообще free-for-all полный. В конце точку ставит продюсер. Мы как команда работаем с продюсером. Он и является и частью нашей команды, и нашим заказчиком, и клиентом. Поэтому в какой-то момент мы, получив входящие данные, после этого продаем ему идеи. Иногда, как вообще, какие бывают идеи? Иногда приходит, начинается проект с точно, тут продюсер знает, чего он хочет. Либо это branded game, к примеру, мы делаем викингов, ну и все, тут дальше влево-вправо никаких не будет. То есть мы уже брейнштормим какие-то фичи, какие-то визуальные эффекты, какие анимации будут, такого плана. Либо же продюсер точно знает, что я хочу следующую игру про ведьм, и, ну, там, какой-нибудь Гарри Поттер, и вот в этой теме. Ну, либо же мы просто брейнштормим, и потом продаем эти идеи продюсеру. Да, бывает всякое, бывает, выбирают, у нас всегда есть любимая идея, но не всегда ее выбирают. Но к этому нужно тоже относиться философски, нужно кайфовать от процесса.
не только от результата. Ну, классно, когда ты видишь результат, это круто мотивирует развиваться дальше. Ну, плюс еще от процесса тоже получать удовольствие. Раз, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, на каком вы движке работаете, и есть ли какие-то проблемы или ограничения со стороны художников при переносе арта в движок уже? Спасибо. Движок у нас собственная разработка. Мы используем из сторонних, так сказать, библиотек Pixie.js и все, что вокруг этого связано. Конечно, есть ограничения. Мы, во-первых, в весе ограничены. Во-вторых, у нас кроссплатформенные игры. Клиент он один. Соответственно, там есть два пака с графикой для мобайл-версии и для десктоп-версии. Но в остальном все те же самые ограничения, которые, наверное, для приложений мобильных и для веб-сайтов. Поэтому нам нужно всегда подходить к вопросу аккуратно, сколько анимации будет в игре, и приходится иногда жертвовать где-то в чем-то, в количестве анимации. Но в этом плане Spine классная штука тем, что мы можем на одном и том же атласе иметь кучу разных вариаций анимаций. Вот, я говорил о том, что мы сейчас смотрим на Realtime 3D, достаточно мощные уже устройства мобильные, и в связке с WebGL, и формат GLTF разбираем. Смотрим, как мы можем сделать реал-тайм персонажа трехмерного, который будет, у него будет куча анимаций и при этом малый вес. Здравствуйте, спасибо за доклад, супер крутой летсплей. Вот чувак в конце порадовал. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, планируете ли вы в недалеком будущем, возможно, отойти от концепции слотов и попробовать что-нибудь еще на манер стартапа, может быть? Какой-то другой жанр. Спасибо. По поводу жанров. Ну, слоты у нас это основное. Да, у нас есть еще лайв-казино, блэкджек, ну, только блэкджек, рулетка. Вот, есть другие, то есть наша концепция игры построена на случайных числах RNG. Есть skill-based, да, и вот RNG. Мы из области random number generated games, поэтому какие-то вот сопутствующие вещи, там, лотереи, все такое, да, возможно, какие-то более скилловые вещи, либо связанные там с майнингом. Ну, пока дело в том, что, ну да, на самом деле мы можем внедрять в слоты некие casual элементы, да, и как бы рынок очень сильно развивается, там, я, ну, если кто-то следит за этим, да, то примерно на G2E, на конференции, показывали skilled games, да, где уже от скиллов игрока зависит. Эти вещи, скорее всего, будут внедряться. Но NetEnt изначально это все-таки онлайн-слот, это, ну, это вообще пионеры, скажем так, на европейском рынке. Поэтому я думаю, что глобально меняться не будет. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы используете Spine и Mesh. Какое количество полигонов на сцену для вас допустимое? У нас нет таких ограничений строгих, потому что мы, например, не шутер от первого лица, сетевой, где очень важны все тайминги, пинги. Тут как бы более такой геймплей расслабляющий, и мы, ну, у нас, мы стремимся держать ровно 30 FPS, но опять же, если сильно тормозит и это заметно, мы скорее просто откажемся от этой фичи и сделаем по старинке. У нас есть возможность экспериментировать. Да, ребят, спасибо огромное за ответы. У нас, к сожалению, кончается время на этот доклад. Вы все остальные вопросы можете задать на сцене спикером через пару минут. Кто у нас победил за лучший вопрос? Да, сейчас одну секундочку. Два маленьких еще момента. Да, конечно. У нас есть стенд. Если есть вопросы, мы будем сейчас на стенде. И, наверное, классная новость, если вы вдохновились, то мы хайрим. Вот у нас сейчас мы ждем к себе в команду дружную художников и не только художников. Актуальная информация у нас на стенде, приходите. Да, и очень сложно выбрать, но, как по мне, самый интересный вопрос был про смежные области, потому что мы тоже об этом думаем, поэтому я думаю, что этот приз ваш. Да.